Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем несколько интересных фактов о кошке породы Пикси Боб. Удивительная кошка, внешне схожая с рысью, но обладающая мягким и домашним нравом. Это Пикси Боб. Не все знают про эту оригинальную кошачью породу. Как известно, у всех кошек на лапах насчитывается 18 пальцев, по 5 на передних лапах и по 4 на задних. У Пикси Боба все совсем не так. У этого необыкновенного представителя кошачьих на одной лапе может быть целых 7 пальцев, что называется полидактилией. Такое явление свойственно только этим кошкам, и стандартам породы очень приветствуется. Новорожденные котята Пикси Боба имеют голубые глаза, но ближе к 7 месяцам от роду их окраска меняется на золотистую, коричневатую или зеленую. Пикси обладают интересной привычкой и слывут из-за этого воришками. Кошки всегда готовы своровать приглянувшиеся им хозяйские вещички и спрятать их в своем тайнике, который отыскать владельцу бывает очень трудно. Те пиксибобы, которые обладают необычными кисточками на ушах, необычайно ценятся, ведь такой атрибут красоты имеется не у всех представителей породы и встречается не так часто, так что хозяев таких котов можно назвать счастливчиками. На территории Соединенных Штатов данную кошачью породу относят к национальному достоянию, поэтому пиксибобов весьма затруднительно вывести за пределы континента. Обычные кошки растут до годовалого возраста, но только не пикси-бобы. Они продолжают свой рост до 4 лет. Мало кто знает, но нелегкие селекционные работы по выведению кошачьей породы пикси-боб продолжались на протяжении нескольких лет. Пикси – идеальный компаньон с золотым характером и рысьей внешностью. Эта кошка очень ласковая и дружелюбная, подходит и для одинокого хозяина, и для семьи с ребенком, а на заботу отвечает бесконечной любовью и преданностью. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас! Мы представлены в соцсетях.